В Приднестровском государственном университете прошла самая значимая для выпускников церемония вручения красных дипломов. В просветительском центре имени равноапостольных Кирилла и Мефодия документ особого образца получили 170 студентов. Традиционно на празднике присутствовал глава государства. Побывала там и Ирина Жекова. Красный диплом стал сюрпризом для родителей Лены. С самого начала учеба на отлично не составляла труда, отмечает девушка. Я могу сказать с уверенностью, что выбрала тот факультет, который мне действительно нравится, поэтому для меня красный диплом – это приятный бонус к полезной профессии. Таким же приятным и неожиданным красный диплом стал и для Алексея. Сам юноша говорит, что просто учился, а о цвете корочки даже не задумывался. Первая мысль – это такое «наконец-то», а следующая – да, действительно гордость в том, что я все-таки смог получить какую-то такую значимую награду по окончанию 4 лет. Дипломы с отличием как подтверждение целеустремленности, настойчивости и стараний каждого выпускника. Президент Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что самая главная задача новоиспеченных специалистов – вести Приднестровье по пути независимости и процветания. И призвал приложить все силы к тому, чтобы сохранить мир, уберечь его от натиска ксенофобии, нацизма и фашизма. В 40-х годах прошлого века наш советский народ сумел изменить мир, став на пути фашизма. И победив фашизм, освободив всю Европу от этой нечисти. Но, к сожалению, в начале 90-х годов мир сумел изменить нас самих, надломив наши ценности, уничтожив нашу идеологию и разрушив наше единое государство. В тех же началах 90-х наш приднестровский народ опять сумел изменить мир, став на пути национализма и ксенофобии. Поэтому, уважаемые друзья, именно обращаюсь к вашему поколению. В ваших руках не дать никому ни в коем случае изменить нас самих, наши ценности, наши традиции и, конечно же, наше Приднестровье. Работать не над этим. Очень вас прошу. Того же – остаться на родине и пригодиться там, где родился, пожелала выпускникам и министр просвещения Татьяна Логинова. Если вы уедете вдаль от родного дома, с честью несите звание выпускника Приднестровского университета. Но от души хочу пожелать все-таки остаться в родном отечестве, приумножать и достойно помогать становлению нашей республики, процветанию нашей республики. И с течением времени направлять своих собственных детей на учебу в Приднестровский государственный университет имени Тараса Григорьевича Шевченко. В добрый путь, уважаемые выпускники! И вот в руках заветный документ. Каждый шел к нему своей дорогой. Но планы у выпускников одни – найти работу и получить следующую ступень высшего образования. Возможно, кто-то станет директором предприятия, возможно, и будущей политической элитой Приднестровья. Ну а пока позади лекции, семинары, зачеты и экзамены. Взрослая жизнь настанет уже завтра. Ирина Жекова, Александр Тыш и Роман Донец. Первый Приднестровский телеканал.